Вот и готов, друзья, у нас кировец К744R2 после частичного капитального ремонта. Вот так вот он у нас выглядит. Напомню, все, облицовка, крылья, баки, все родное. Как данный трактор собирался, список проделанных работ тоже я вам об этом показывал в прошлых видео. Вот так вот он у нас получился. Правда, мне не нравится 744, мне больше нравится 700 и 701. Вот она, настоящая советская мощь. Это уже российская мощь. Фары. Видите, он, как он приехал. Видео тоже есть. Без фар был. Вернее, одна была, другой не было. Новые фары установили. Также наверху дополнительно продублировали. Установили три новые резины, как и заказчик просил. Одна его старая, хорошая резина у него. В принципе, это все у нас, кто использует кировцы, любят резину фирмы Nartec. Дальше РВДшки здесь все новое подсоединили. Также новую электропроводку провели. Так вот у нас текущий ремонт получился. Движок здесь не трогали. Здесь был ремонт форсунок, топливной аппаратуры. Кабину тоже не трогали, красили только. Единственное, вот выхлопную воздушную тоже отремонтировали. Подрихтовали его, покрасили. Облицовку тоже всю покрасили, крылья, навеска, полный капремонт. Также капремонт рамы. Какая там была трещина, это вам дело все показывал, друзья. Работы очень много проделывали, такое очень много всяких мелочевок, дорогостоящие детали на этот трактор еще и не везде найдешь, приходится ждать, поэтому по срокам даже он чуть-чуть подольше получается, чем уже сборка 700-х, 701-х, нами привычные. По гидроцилиндрам гильза и шток новые, вот новые задние фонари. Салон уж я не буду лазить, там ничего не изменилось показывать. Я уже показывал в прошлых видеообзорах. Кто не смотрел, можете зайти посмотреть. На моем канале очень много всяких видеороликов. Поэтому, если вы впервые на моем канале, рекомендую подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропускать мое новое видео. Также авансом поставьте лайк, тем самым вы поддержите мой канал и продвинете видео. Вот. Ну так, собственно, тут показывать-то нечего. Движок здесь не капиталился. Ну, коробка капремонт, коробка с выносным фильтром. Тут чуть-чуть она другая, не как у 700-го, 701-го. Мосты тут идут усиленные. Про усиленные мосты я тоже в своих видеороликах показывал, в чем отличие. Вот, собственно, друзья, такой вот у нас ремонт получился. Если у кого есть желание отправить 744 на кап ремонт, на текущий ремонт, частичный ремонт, как данный трактор, можете к нам обращаться. Я с вами прощаюсь.
на сегодня. Такой вот короткий обзор. Всем пока и смотрите другие ролики.